Спросил. Один тренер. Внизу камешки, да? Камешки. И в твоей катаемся хорошо. Там камни. Да, там камни. Надо что-то хвоста подкручивать. Хвоста подкручивать. Приехали отдохнуть здесь 3 дня. На пушке не работаешь, что ли? Не работает, не знаю. Не работает? Не. Ну так все прекрасно. Спасибо. Трасса лучшая от Эльмири. Много где катались. То, что построили так высоко в горах, это на самом деле нужно поставить памятники людям, которые это организовывал. И люди, которые, собственно, работают с персоналом здесь. Сказал... Я когда туда приехал на джипе, приезжал через ручей. Здесь только пальчика была. Здесь... Фантастика. Выбрали это место, сказали пальчика. Thank you.